Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. У нас в Shadow Fight 3 закончился сегодня сезон, поэтому есть повод снять ролик. Мы будем с вами вскрывать сегодня карты и смотреть, что из них нам достанется. Так, сезон окончен. Да, рейтинг у меня не так, чтобы велик, но все же бустер-пак сезона дан 6. Ну что ж, давайте приступать, ребята, будем смотреть. Погнали. Так, крылья журавля, эпические дирхорны. Здесь у нас ослабление, это эпический перк на оружие. Понятно. А это чакры света, опять же эпические, но слабенькие. Доспех префекта, эпический. Так, это у нас редкий спецприем на доспех, саранча называется. И 150 рубинов. Хорошо, ребята, давайте смотреть теперь эпический пак из ряда династии. Поехали. Так, теневое похищение, это перк на оружие. Так, доспех префекта, опять же, уже был. Позолоченные кинжалы, это метательное оружие. И золоченый жилет. Также трехлистники. Ну, этот пак не особо мне понравился. Ладно, еще у нас есть эпическая колодочка. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Волнорезы, это бумеранг. Редкий спецприем на посох. Шляпа оружейника. Доспех неумолимого. И танец с мечами. Редкий спецприем. Так, ну вот, ребята, и самое главное, легендарный. Давайте смотреть, что нам здесь выпадет. Отравление, это у нас перк на оружие. Ну что же, неплохо. Черные драконы, это чакры. Так, эпический спецприем Курок Шуангоу. Так, опять чакры света. Ну это же эпический. И взмах крыльев на сабли. Да, ребята, что-то как-то не айс, если честно. В этот раз меня не особо это порадовало, конечно. Так, ну это, ребята, у нас обычный сундук. В принципе, и все, что я хотел показать. Ну, это, мне кажется, слишком коротко. Ну, можно, знаете что, наверное, пройти легкие задания. Так, дайте я начну, наверное, открытие. И посмотрим еще, что у нас здесь за бесплатные карты. Крестьянский доспех. Так, 155 золотых. Бонус на карту мы смотреть не будем. Я не хочу рекламу смотреть, ребята. В последнее время обленился я смотреть эти бонусные карты. Как-то и без них неплохо обходимся. Так, ладно, продолжить задание. Так, а что у нас здесь, ребята, в магазине? Давайте-ка мы посмотрим. Ага, можно посох бесплатно улучшить. Учебный. Слушайте, я таким макаром, скорее всего, у меня будет посох уже раскачан. Так, а это что у нас? Позолоченные ножи. Ну, слабенькие, хотя и легендарные. Ну, в принципе, и все, ребят. Тут я больше ничего не вижу смысл покупать или улучшать. Доспех мусорщика. У нас, так, это все открывается. Ну, давайте сделаем эти два задания. Фиг с ним, так уж и быть. Знаете, что вот я хочу посоветовать разработчикам этой игры? У нас вот эти вот ежедневные задания, которые появляются, да, вот которые мы сейчас в данный момент проходим, стоило бы им сделать такую, как бы сказать, сносочку, где можно выбирать уровень сложности. Например, вот сейчас мы играем все время на легком. Могли бы сделать и нормал, и хард, и невозможно. Хотя бы для того, чтобы потренироваться, испытать свои шмотки, испытать свое оружие. Так что, если они слушают, пускай возьмут это на заметочку. Так, ну что, ребят, я тут даже не парюсь. Сами понимаете, здесь враги легкие, ватные, не разбираются с полтычка. Ну и, соответственно, если мы будем проходить, например, на уровне сложном или вообще на невозможном, конечно, хотелось бы получать соответствующий реворд. Я думаю, что эту мыслишку бы поддержали многие игроки. Вот. Так, ладно, промахнулись. Фиксим. Оу, да чтоб тебя. Ну что же, первый чувачок у нас с вами отдыхает. Тем более идеально все у нас получилось. Так, доспех неумолимого.
маска посланника и рифленые молоты. Ну что же, как-то так, ребята. Давайте с вами сделаем второе задание. Ага, этот противник получает урон только когда оглушен. Ну, соответственно, нет смысла, ребят, тогда и драться с ним. Сейчас мы просто переждем время. Он встанет в ступор, ну и уже будем его наказывать. Поехали. Отлично. Так, через 2 секунды он опять в ступоре. Но успел все-таки, а. Ладно, получи свое. В принципе, вот это вот вообще легче легкого. Тут даже париться не стоит. Просто подождал, он в отключку накумарил. Даже можно вообще и в рукопашку его забомбить. Так, ну что, давай. 7 секунд сейчас мы подождем, ребят. Ну и, соответственно, я буду дальше... дальше набивать рейд, чтобы получить свои 3000 очков для следующего, как говорится, ребята, реварда на легендарные и эпические паки. Естественно, будет поэтому потом видосик сделан. Так, ну что, награду я вот только, ребята, лишь из-за этих рубинов прохожу эти ежедневки. Правда, мало дают, но все-таки по 2, по 3 штучки нормально. Так, начать дуэль. Ну, дуэль я, наверное, потом буду. Так, видите, сколько тут нужно проходить. 3000 кубков как минимум нужно, чтобы быть легендой. Так, а что у нас в событиях? Давайте-ка мы, наверное, посмотрим. Ребят, я, по-моему, там кое-что читал, и должно быть вскоре обновление. Ну-ка, давайте глянем. Так, это что у нас такое? Ха, ребят, смотрите, я засветился здесь. Shadow Fight 3, 22 выпуск, итоги лиги. Вот это мой видосик. Да, все-таки попал. Хотя я не давал заявку, ребята. Ну что ж, давайте тогда посмотрим. Нет, ведь где-то должно быть описание. Так, ребят, секунду, секунду. Может быть, в новостях? Давайте зайдем в новости. Приключение начнется совсем скоро. Ага, вот, по-моему, оно. Да, ребят, смотрите. Приключение начнется совсем скоро. Ну, в чем опять проблема? Что за прогрузки идут? Ладно, давайте читать. Короче, верните воды династии мир и покой. Сразитесь со зловещим пиратским капитаном и его командой отъявленных головорезов в новом событии «Морская шумиха». Приоткрой завесу тайны над пятой главой Shadow Fight 3, а заодно соберите все части уникального пиратского доспеха. Приключения начнутся совсем скоро. Вот так вот, ребята, прикольно, очень прикольный такой сет. Эпический, смотрю, там и оружие вроде легендарное есть. Мы обязательно с вами этого дождемся. Я так понимаю, это будет уже пятый сюжет третьей части. Так что жду не дождусь. Ну, а пока, ребят, смотрите, что у меня тут из последнего. Как видите, так, лезвие глефы, лезвие вьюги, посох достатка. Ничего новенького у меня такого нету, чтобы супер-пупер выделываться. Но будем надеяться, что вскоре появится. Роба монаха, доспех неумолимого и шлем. Как-то вот так, ребята. Ну что же, а на этом, пожалуй, будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами уже вскоре, наверное, на новом ивенте. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи.